И ко мне за последние месяцы участились обращения врачей с просьбой поставить на заседание Государственной Думы вопрос о запрещении в средствах массовой информации и особенно на телевидении рекламы лекарств и медицинского оборудования. Многие люди верят сказанному, начинают лечиться и лишь когда не помогает, обращаются к врачам. Но нередко время бывает уже упущено. Каждый из нас индивидуален, и даже одинаковые болезни у разных людей протекают по-разному. Вот поэтому по просьбам врачей прошу поручить комитетам по охране здоровья и по средствам массовой информации, информационной политике Госдумы обратиться о предполагающихся поправках в закон средств массовой информации, обратиться в Минздравсоцразвитие о поправках, запрещающих рекламу в СМИ лекарств и медицинского оборудования. Я думаю, эту просьбу слышали все наши депутаты. Спасибо.